Принцесса Рейнис Таргариен. Спасибо, сэр Лорент. Принцесса Рейнис, можем ли мы надеяться на вести о выздоровлении лорда Корлиса? Визирис мертв. Я скорблю вместе с тобой, Рейнира. Мой кузен, твой отец. У него было доброе сердце. И еще. Эйгона короновали как его преемника. Его короновали. Как умер король Визирис? Не знаю точно. Когда это было? День-два назад. Меня заперли в покоях, пока королева готовилась. Визириса убили. Алисента потребовала поддержать Эйгона? Именно. Я отказалась. И все же ты жива. Верховный Септон короновал Эйгона в драконьем логове. Я сама видела перед тем, как улететь на Милейс. Они короновали его на глазах у толпы. Чтобы толпа увидела в нем законного короля. Эта шлюха королева убила моего брата и украла трон, а ты могла сжечь их всех. Из-за этого предательства наверняка будет война. Но я не буду той, кто ее развяжет. Я только хотела предупредить вас из верности мужу и дому. Зеленые придут за тобой. И за твоими детьми. Скорее покинь драконий камень.